Сегодня утром в Чебоксарах произошло ДТП с участием маршрутки и фуры. Пострадали 5 человек. Авария произошла на перекрестке тракторостроителей в районе предприятия «Яхтинг». 266-я маршрутка врезалась в попутный грузовик, сообщает портал «За рулем». Водитель грузовика «Вольво» собирался совершить разворот, и в этот момент в него врезался микроавтобус «Ситроен», в салоне которого находилось 6 пассажиров. Обстоятельства ДТП выясняются.